На носу новогодние праздники. Все подряд начинают подводить итоги года вообще всего, что только можно, а это значит, что приходит самая пора заворачиваться по вечерам в плед с чашкой какао в руках, поглядывая в окно сквозь отражение висящей рядом гирлянды. А для true геймеров это самое время проводить еще больше времени перед экраном, чем обычно, тщетно пытаясь расчистить свой нескончаемый бэклог. Не знаю, почему я обязательно должен привязывать эти видео к какому-то конкретному времени, но так уж повелось исторически, смиритесь. И так получилось, что те инди, что я прошел за этот год, в большинстве своем очень даже подходят под такое зимнее настроение, так что раз традиционно летом пополнить ваш список наименований у меня не получилось, я компенсирую сейчас. И на сей раз подборка вышла, наверное, самой многожанровой из всех, что я делал. Место нашлось и для расслабляющих фотоприключений, и для кинематографичных космических триллеров, и для зубодробительных платформеров, и для бьющих самое сердце выживачей, и для сайд-скроллеров с весьма необычным подходом к повествованию. Так что заваривайте свой любимый чай, устраивайтесь поудобнее, и я, как обычно, сводя спойлеры к минимуму, поделюсь с вами, чего же такого крутого из инди я прошел за этот год. Собратья-фотографы все здесь собрались? Отлично, потому что наша первая игра — это прекрасная иллюстрация того, как живется людям, не выпускающим камеру из рук. Знаю по опыту. Механически Toyam — это именно то, о чем говорится в ее же собственном подзаголовке — фотоприключения. Замес здесь проще некуда. На самой высокой местной вершине иногда случается магический феномен, который так и называется — Toyam. И нам нужно туда подняться и эту штуку увидеть своими глазами. Если это вызывает у вас чувство дежавю, то, во-первых, молодцы, что прошли Short Hike, а во-вторых, спасибо, что давно меня смотрите. Но нет, эти две игры на самом деле не настолько уже похожи. Если Short Hike в основном скорее про само путешествие, а не цель, то как раз Toyam уже больше требует от вас именно выполнения целей. Потому что сложность путешествия в том, что до той горной вершины нужно еще доехать, с чем нам может помочь автобус. Только чтобы получить право проезда, нам нужно собрать определенное количество марок на данной локации, а делается это через выполнение всяких разных заданий, которые вам могут дать или местные обитатели, или вы можете наткнуться на них сами, или же это могут быть вообще какие-то скрытые самоцели. И если прям сильно упростить, то вся игра это просто список дел, которые вы постепенно выполняете, чтобы получить возможность продвинуться дальше. Но на самом деле все куда интереснее, потому что с каждым персонажем, которого вы встречаете на пути, можно вступить в какой-нибудь диалог, который как минимум будет интересным или забавным, а как максимум он попросит вас что-нибудь сделать ровно в такой же интересной или забавной форме. И вот отсюда начинается самый сок, ибо все без исключения задания в игре требуют от вас использования своей камеры, но далеко не всегда результатом получится просто фотография, хотя и это, конечно же, частое явление. В одном случае с помощью фотоаппарата можно поиграть в прятки с детьми, в другом камера увидит то, что нельзя увидеть невооруженным глазом, иногда приходится идти на хитрости, чтобы фотография вообще получилась, а еще больше иногда спуск затвора может активировать какие-нибудь особые предметы, которые помогут или вам, или кому-нибудь еще. Как и с фотографией в реальной жизни, ты никогда не знаешь, что именно произойдет, когда ты нажмешь на кнопку, ну почти никогда, я драматизирую. И это добавляет интереса в процесс даже спустя много часов и сотни снимков. При этом не все задания можно выполнить прям вот так сразу, сделав одну фотку. Конечно, можно помочь одному чуваку найти потерянный носок с помощью самого красивого снимка, что этот кусок ткани вообще видел в своей жизни. Но гораздо интереснее, когда вам приходится отправиться на фотоохоту, чтобы собрать всех паки, помочь группе потерявшихся, видимо, ежиков воссоединиться друг с другом, например. Или когда разные задания начинают пересекаться, и вы, выполняя одно, продвигаетесь дальше в другом. Или когда игра начинает приобретать элементы метроидвании, и вы, находя новое оборудование, получаете новые возможности, которые со временем становятся все нужнее. А то есть в местном заливе один стеснительный кит, которого лучше бы запечатлеть, но он все никак не хочет появляться, когда вы рядом. Но если поставить камеру на штатив и отойти подальше, то может что-нибудь и получится. Назойливые чайки назойливы не только в жизни, но и в этой игре тоже, и просто пробежав мимо, разогнать их не выйдет. Нужна какая-нибудь приблуда, которая может спугнуть их уже наверняка. Как и у настоящего фотографа, чем у вас больше оборудования, тем больше у вас возможностей для создания красивых кадров. Не то чтобы ваш фотоскилл определялся одним только железом, но если вы знаете, как им распорядиться, то оно может вас очень сильно выручить. Хотя иногда бывает сложновато понять, чего именно игра от вас хочет. К примеру, на каждой локации вам будет встречаться местный филиал гильдии фотографов, где вам выдадут список фотографий, которые нужно сделать по кратким описаниям. Только это даже не столько описание, сколько заголовки, темы и часто обозначенные уж слишком расплывчато, из-за чего на поиск соответствующего предмета
предмета или момента может уйти гораздо больше времени, чем хотелось бы. А все потому, что локации в игре достаточно крупные, и чем дальше, тем они больше, а карты при этом у вас нет. Но это неплохо, потому что у них у всех простая, понятная и запоминающаяся архитектура, а все задания, за которые вы беретесь, в той или иной мере требуют от вас заняться исследованием и отправиться в ту область карты, где вас еще не было. А это, в свою очередь, заставит вас ознакомиться с местностью лично и построить ее ментальную карту, что, пожалуй, даже более эффективно. И какое бы это было исследование, если бы здесь не было всяких побочных штуковин? В Тоем вы можете находить всякую косметику вроде обуви и головных уборов, которая на поверку может оказаться весьма-таки полезной. Специальные темные очки помогут вам видеть местные дружелюбные привидения, а еще они круто выглядят, что может дать вам доступ к безумным тусовкам, а какие-нибудь, к примеру, кроссовки позволят вам быстрее ходить. По всему миру обитают всякие мелкие существа, которых можно фотографировать и пополнять свой компендиум чисто для души. Хотя, как знать, может эти фотки однажды действительно пригодятся. А чтобы разнообразить свои фотоблуждания, можно находить кассеты с дополнительной музыкой, которая пополнит ваш плейлист, что играет на фоне. Саундтрек, кстати, в игре прям очень хороший. Однако стоит иметь в виду, что раз путешествуем мы к вершине горы, то и продвигаемся мы только вперед, и вернуться на прошлые локации не получится, пока не пройдут титры и мы не вернемся домой. Поэтому лучше жить полной жизнью бродячего фотографа. Общайтесь со всеми подряд, прикалывайтесь над нарциссичными работниками месяца, делайте селфи с Йети, ищите людей, замаскированных под снеговиков, а когда хочется отдохнуть, просто послушайте историю дедушки, живущего на горе, или пообщайтесь с владельцем ларька с хот-догами, которые вы помогли раскрутить. Все часов 6, за которые проходится игра, доверху наполнены маленькими моментами и историями, которые заставят вас улыбнуться или посмеяться, и они придают и без того очень красивой концовке еще большее значение. Это очень светлая и добрая игра, что в наших повседневных жизнях никогда не будет лишним. А если вы еще и любите фотографию, то эта игра отличный способ применить свое творчество в моменты, когда не хочется выходить из дома. Игра доступна на всех платформах, кроме смартфонов и PS4, на PS5 она весьма приятно использует возможности DualSense и может похвастаться переводом на русский язык. Действие нашей следующей игры переносит нас с Земли в космос, а жизнерадостная атмосфера сменяется гнетущим напряжением. Нет, никаких некроксеноморфов здесь нет, это не хоррор. Зато это очень даже хороший триллер с весьма интересным геймплейным и сценарным твистом. На дворе 2026 год, мы находимся на Международной космической станции Observation где-то на орбите Земли. В один момент происходит что-то странное, и вся станция оказывается пустой, за исключением только доктора Эмми Фишер. И единственный, до кого у нее получается достучаться, это бортовой искусственный интеллект Сэм. Вместе с ним Эмма решает возникшие на борту проблемы и очень быстро выясняется, что каким-то образом станция оказалась аж на орбите Сатурна. Каким именно, не помнит даже сам ИИ, ибо его память тоже оказалась серьезно повреждена. А это значит, что и ее придется каким-то образом восстанавливать, чтобы можно было понять, что вообще происходит и как, а главное, зачем мы здесь оказались. И вот тот самый твист. Заниматься всем этим нам предстоит в шкуре этого искусственного интеллекта, а не астронавта, как можно было изначально подумать. На протяжении всей игры нам предстоит управлять системами станции, восстанавливать поврежденные модули и всячески поддерживать ее в каком-то подобии рабочего состояния. Что по первости может звучать скучно, однако игра старается по максимуму разнообразить этот процесс. Большую часть времени мы проводим, глядя в установленные по всей станции камеры и взаимодействуем с объектами через них, и каждый раз это взаимодействие происходит через какую-то новую мини-игру. Если нужно получить контроль над какой-нибудь дверью, то надо сначала найти чертеж замка соответствующего крыла станции, а потом по этому чертежу выполнить нужное вам действие. Когда нужно восстановить стыковочные соединения между модулями, каждую из них нужно быстро загнать в свой паз. Когда требуется запустить питание от нестабильного резервного реактора, нужно для каждого из модулей найти правильную концентрацию энергии. И это только малая часть того, что вам придется здесь делать. Причем иногда у вас даже будет появляться возможность запрыгнуть в специальную сферу с камерой, чтобы свободно перемещаться по всей станции и взаимодействовать с объектами напрямую, и в такие моменты внезапно становится очень понятно, как чувствуют себя настоящие космонавты на орбите. Ведь раз сам сеттинг весьма приземленный, да, я чувствую иронию, то и сама станция изнутри очень похожа на то, что мы с вами видели по фотографиям с настоящей МКС. Здесь очень тесно, все стены в металле, и порой вообще непонятно, где верх, где низ, где право, где лево, и приходится просто сидеть на месте и крутиться туда-сюда, чтобы сориентироваться, в какую сторону лететь. И это клево. Что еще круче, у нас даже будет пара возможностей выйти в открытый космос и полетать вокруг станции, чтобы выполнить работы, которые изнутри не сделать. Вся эта рутина очень сильно погружает в роль искусственного интеллекта, который управляет космической станцией, и это весьма любопытные ощущения, которые немногие игры могут подарить. И чтобы поддерживать эту иллюзию, игра активно пользуется интерфейсом, и это имеет на удивление сильный эффект. Раз мы ИИ, выполняющий команды человека, то мы постоянно видим перед собой интерпретации этих самых команд, запросы авторизации, экраны сканирования, что-то из этого в форме простой утилитарно
разной графической оболочки, что-то в виде командной строки, пусть в основном лишь визуально, но все же, и время от времени поверх всего накладываются очень натурально выполненные помехи, которые не дают забыть, кто ваш игровой персонаж. И эта перспектива крута не только тем, что вы чувствуете себя управляющим всей станцией искусственным разумом, но и тем, что она дарит игре весьма интересное повествование, идущее по большей части от второго лица. Эмма — это единственный человек, которого вы будете видеть в кадре 95% времени, когда на экране вообще есть люди, и как персонаж, решения которого чаще всего двигают сюжет вперед, а психологические изменения видны наиболее явно, можно поспорить, что именно она протагонист игры, и за ней мы лишь наблюдаем со стороны. Опять же, такой опыт не часто встретишь. Хотя на самом-то деле и Сэм не менее важный герой истории, что, в общем-то, очевидно из всего вышеописанного, и в случае с ним перспектива становится уже от первого лица. Причем в каком-то смысле у вас появляется даже некий ролевой отыгрыш, хотя в целом-то сюжет все равно полностью линейный. Вы можете вести себя как приличный и покладистый ИИ и выполнять все команды, а можете иногда взять и попытаться усложнить кожаному мешку жизнь. Я не думаю, что смогу сказать про сюжет сильно больше, ничего при этом не заспойлерив, потому что история весьма камерная и длится всего часа 3-4. Да и вообще, мне кажется, что чем меньше вы о ней знаете перед прохождением, тем лучше. Однако одну вещь я произнесу наверняка. Это весьма крепкий и интересный sci-fi, где каждый важный сюжетный ход уводит всю ситуацию все больше в территорию ничего не понятно, но очень интересно. Вместе с этим все сильнее нагнетает напряжение, которого так-то уже с самого начала более чем хватает, но дальше только круче. Это в конце концов триллер, и хотя бы немного пощекотать вам нервы он способен. Но и без косяков здесь тоже не обошлось. Например, лицевая анимация в игре далеко не лучшая, что способно выбить из колеи в некоторые эмоционально важные моменты, хотя прекрасная актерская игра все же вывозит. Да и в принципе в игре есть пара сцен, которые можно было бы срежиссировать и получше. Но учитывая, что над игрой работало всего лишь чуть больше 20 человек, я думаю, это можно простить. Некоторые головоломки тоже бывают неочевидными, и приходится немного поблуждать по окрестностям в поисках на самом-то деле абсолютно простого решения. Ну и некоторые баги анимации я тоже не упомянуть не могу, хотя у меня есть ощущение, что в этом может быть виновата обратная совместимость на PS5 и ее безальтернативные 60 кадров в секунду, которые в принципе ощущаются так, как будто игра не задумывалась работать при таком фреймрейте. В остальном же Observation — это весьма стоящая игра для любителей триллеров, космоса, sci-fi или всего этого вместе. И если у вас есть PlayStation 4, Xbox One или ПК, то я рекомендую обратить на нее внимание. Текстовый перевод на русский в комплекте. После напряженной космической эпопеи самое то взять и немного расслабиться, и игра под названием Omno определенно с этим поможет, особенно если вы любите ненапряжные головоломки и цените хороший дизайн во всех его проявлениях. Все начинается весьма просто. Наш безымянный герой просыпается в каком-то неизвестном месте и начинает идти по следам одного странника, который когда-то исследовал эти земли и старался попасть в некий новый мир за вратами света. Сюжет на самом деле не главное, за что стоит пройти эту игру, пусть он и успевает достаточно неплохо раскрыться за время прохождения, несмотря на подачу почти исключительно через записки, и местами он может быть достаточно трогательным. Главное — это ощущение путешествия и открытия, которые сопровождают вас всю дорогу. У игры есть четко выстроенная структура. Она поделена на 5 основных регионов, в каждом из которых есть несколько отдельных открытых локаций, и для того, чтобы перейти от одной к следующей, нужно собрать 3 сферы света. Эта структура не меняется от начала и до самого конца, но учитывая, что игра постоянно вводит новые механики и активно их задействует, да еще и сама по себе длится всего часов 3-5, я не считаю это недостатком. Главным помощником нам всю игру служит посох, однако никому стучать по голове им не нужно. Это добрая и миролюбивая игра, где ни с кем сражаться не надо. Вместо этого посох дает нам способности, с помощью которых нам нужно решать головоломки. А то просто так на полу эти сферы не валяются, и их всегда нужно откуда-нибудь достать. Где-то в этом поможет дэш, где-то парение, где-то телепортация. Конечно, не все у вас появляется сразу, но каждый раз, когда это происходит, игра очень органично учит вас правильно пользоваться этими механиками в сочетании с окружением. Единственное, что она говорит прямым текстом, это какую кнопку нажать, чтобы произошло действие. А остальное, например, возможность использовать воздушный поток, чтобы подняться вверх, становится понятно уже интуитивно. При этом и сами головоломки не вызывают сложностей. У некоторых решения видны сразу, с некоторыми нужно пару секунд повозиться, чтобы понять основную механику, после чего тоже все сразу понятно. Однако эта простота не вызывает скуки из-за того, насколько приятно ощущается сам процесс и передвижение персонажа. Все с
специальные способности чувствуются очень мощно и увесисто благодаря крутой работе с камерой, анимациями и звуком. Ими просто хочется все время пользоваться. Единственное, простые прыжки не очень отзывчивые, но со временем ими приходится пользоваться все реже, так что и фиг бы с ними. Особенно, когда все, что вас здесь окружает, настолько захватывает дух. Технически графика в игре очень простая, но художественный стиль заставляет сразу же об этом забыть. Отлично подобранная цветовая гамма радует глаза. Прекрасный свет и использование тональной перспективы создают визуально крупные, но в то же время уютные пространства. Грамотное моделирование и текстурирование скрывают низкую детализацию и создают приятный лоу-поли стиль. На эту игру просто очень приятно смотреть. Иногда даже вплоть до того, что хочется просто остановиться, разглядывать окружение и вообще до посинения залипать в фоторежиме, которого здесь, увы, нет. И дело тут даже не только в красивущих пейзажах, хотя они действительно являются важной частью, но еще и в том, кто эти локации населяет. Где бы вы ни были, вас всегда будут окружать самые разные существа. Все они выдуманные, но многие основаны на реально существующих животных, и вам можно и даже нужно с ними взаимодействовать. Каждый вид будет реагировать на вас по-разному. Какие-то будут радостно бегать за вами, какие-то, наоборот, будут прятаться. Для третьих вы особого интереса не представляете, но каждый вид демонстрирует это по-своему, и эти реакции всегда интересные. Где-то милые, где-то забавные, где-то немного странные. Однако любое взаимодействие с местной дикой природой еще и будет давать вам немного энергии и света. Как только вы соберете достаточно, то сможете активировать специальную стелу, которая есть на каждой локации, и в обмен она выдаст вам одну из необходимых сфер света. Причем этих сфер всегда больше, чем вам необходимо для продвижения, что с одной стороны логично с учетом открытости пространств. Необходимое количество вы найдете всегда, куда бы вы ни пошли, но с другой это дает вам повод задержаться на каждой локации подольше, потому что вы не обязаны идти к выходу, как только соберете три сферы, вы всегда можете исследовать дальше. И это хочется делать, ибо сам процесс ощущается очень приятно, а на фоне еще и играет безумно красивый саундтрек, который я сам по себе назвал бы одной из причин заценить игру. И чем дальше, тем больше вместе с геймплеем раскрывается и он сам. Когда вы получаете возможность кататься на своем посохе, как на сноуборде, меняется и сам левел дизайн, чтобы у вас было больше места для наслаждения поездками на высокой скорости, и музыка становится еще более воздушной, придавая вам ощущение полета, которое просто не хочется терять. В эти моменты она чем-то начинает походить на Journey, и я имею это в виду исключительно как комплимент. Если вам кажется, что я только и делаю, что хвалю эту игру, вам не кажется, она действительно настолько мне зашла, что не означает, что у нее нет и косяков. Она достаточно легкая и не бросает никакого вызова, и в ней особо нечего делать, кроме как ходить туда-сюда и собирать сферы. Однако то, что в этой игре есть, выполнено на настолько высоком уровне, что эти недостатки, в общем-то, перестают ощущаться таковыми. И знаете, что больше всего выносит мозг? Все это создал всего один человек. Получив мощную поддержку на Кикстартере, немец по имени Йонас Манке в течение 5 лет работал над игрой один, заручившись лишь моральной поддержкой своих друзей и семьи. Разве что за музыку отвечал не он, а отдельный композитор, Бенедикт Николс. Но вложенное время и душу видно буквально сразу же. А сейчас Йонас работает над еще одной игрой, и я непременно ее заценю, когда она выйдет в неопределенном будущем. А пока что я настоятельно рекомендую пройти Омно, тем более, что она есть на всех актуальных платформах, кроме смартфонов, и переведена на русский язык. Что, думали, я сейчас просто возьму и перейду к следующей игре? Ну, технически вы угадали, но это не отменяет того, что в этот раз я решил провести эксперимент и слегка разнообразить формат. В основной части видео я стараюсь уделять внимание не настолько известным проектам, однако и в более нашумевшие инди я тоже играю. В связи с их нашумевшестью, информации и разговоров о таких играх больше, и есть вероятность, что вы о них тоже когда-нибудь что-то слышали. Поэтому для таких игр я выделяю отдельную маленькую секцию с рабочим названием «Прям сейчас все бросили и побежали это проходить, потому что нет времени объяснять это крутые игры, которым действительно стоит уделить внимание. И если вы уже даже от меня из всех людей слышите про них в сотый раз, то значит уже точно пора что-то с этим делать. Я только быстро распишу свои ощущения, а дальше вы уже все сами. Итак, в этом году я наконец дорвался до Outer Wilds, после того, как уже 391 человек рассказал мне, какая она крутая. И знаете, это действительно так. Вы просыпаетесь на какой-то планете, не понимаете, что вокруг происходит, но одно известно точно. Вам срочно нужно лететь в космос и развивать космическую программу своего народа. Долго ли, коротко ли, вы оказываетесь связаны во временную петлю, и отсюда начинается самое интересное, сказал я, как человек, который не особо-то и любит временные петли. Всю игру вы пытаетесь узнать один из главных секретов вселенной, что на поверхности звучит как супер широкая и размытая тема, и оно так и есть. Но в вашем уме она очень быстро отходит на второй план, а на первый выходит сам процесс исследования. Игра вообще никогда не рассказывает вам, что делать и куда идти. Во всем приходится разбираться самостоятельно, и результатом этого становится один из самых крутых симуляций
симуляторов детектива, что я встречал. Вы можете отправиться на любую планету внутри небольшой солнечной системы, в которой вы обитаете, и вы практически гарантированно наткнетесь там на какие-то древности, имеющие важное значение для тайны, которую вы пытаетесь раскрыть. Поначалу ваши открытия могут выглядеть вообще никак друг с другом не связанными, но чем больше вы исследуете, тем больше точек вы соединяете, и со временем сам этот процесс становится все интереснее, и фиг бы с ней уже с самой этой тайной. А все потому, что временная петля постоянно отбрасывает вас к самому началу игры, и каждый раз с момента пробуждения у вас есть примерно 20 минут на то, чтобы найти что-то важное до следующего сброса. Что было бы очень просто, если бы буквально вся игра не работала против вас. Ваш корабль собран чуть ли не буквально из двух листов железа, склеенных скотчем, и управлять им та еще задачка, которая будет вас замедлять, особенно когда нужно бороться с гравитацией на какой-нибудь планете. Даже сами планеты — это всегда испытание. Где-то без перерыва бушуют торнадо, которые могут просто поднять кусок Земли в космос на какое-то время. Где-то поверхность постепенно разваливается и падает в находящуюся в центре планеты миниатюрную черную дыру, которая телепортирует вас невесть куда, и вы никогда не знаете, полетите ли вы сейчас вниз вместе с Землей, на которой стоите. Где-то всю поверхность постепенно засыпает песком с находящегося рядом спутника планеты, и у вас есть ограниченное время на исследование нижних уровней. Вот эта борьба с окружением и временем ради исследования — это одна из самых сильных сторон Outer Wilds, которая даже на 20-й час прохождения заставляет вас придумывать интересные методы преодоления опасностей и способы узнать больше о том, почему произошла вон та штука, о которой вы недавно прочитали. Это невероятно затягивающий и ментально награждающий процесс, ибо то, куда вы в итоге придете, зависит полностью от вас. Ну а еще здесь порой очень красивые виды и просто потрясающе крутая музыка. Уже этого должно хватить, чтобы вы побежали играть в нее уже сейчас, но я добавлю, что и сама сюжетная загадка здесь тоже весьма таки интересная, и игра способна вызвать кучу разных эмоций, прибегая при этом к минимуму постановки. Outer Wilds очень крутая. Поиграйте. Любая платформа за исключением смартфонов поддерживается, перевод на русский имеется. А наш блиц-экспонат номер 2 — это Celeste. Если вы не грандмастер и верховный повелитель хардкорных двухмерных платформеров, то эта игра заставит вас страдать так, как это могут сделать мало вещей. Потом она будет вас очень сильно злить, потому что она может быть безумно сложной. Худшее в этом то, что даже секции, которые на вид кажутся простейшими, могут отнять у вас намного больше времени, чем вам захочется признавать. И именно поэтому вы будете продолжать идти дальше. Ведь как можно признать, что вы не можете справиться с простой, в общем-то, последовательностью прыжков и дэшей, и так будет продолжаться до чертиков. Игра будет вас дразнить и брать на слабо, и вы будете идти у нее на поводу. И не только из-за того, что вы самим себе не простите, если не сможете справиться ну вот с этой вот уже точно совсем последней комнатой, но и потому, что это чувство объединит вас с Мэдалин, главной героиней игры. Я не буду вдаваться в подробности того, о чем повествует сюжет, но поразмышлять о каких-то вещах он вполне способен вас сподвигнуть, помимо просто хорошо написанных и нередко забавных диалогов, которые очень круто раскрывают немногочисленных местных персонажей. И когда после всех сложностей вы в конце таки заберетесь на гору, которую взялись покорять, это будет ощущаться как один из ваших величайших видеоигровых подвигов. Представьте, как себя чувствовал я, чувак, который в простых-то двухмерных платформерах, разве что средний, а в чем-то подобном счетчик смертей на уровнях у меня регулярно сидит на отметке 200, 300, 500 штук. Сильно помогает двигаться вперед, на самом деле отлично реализованная система передвижения, в общем-то. Каждый дэш, прыжок, действие всегда сопровождается мощными анимациями, приятными звуками и очень подходящей вибрацией геймпада, а в ваших движениях присутствует просто-таки идеальное количество инерции и веса. Просто бегать и прыгать здесь дюже приятно, а мгновенные рестарты после смертей не дают вам выйти из состояния потока. Плюс ко всему, в игре очень красивый арт, а музыка уже которую неделю отказывается вылезать у меня из головы. Настолько она хороша и сама по себе, и в игре, где она всегда идеально подчеркивает эмоциональное состояние всех задействованных сторон. Поэтому Celeste тоже пройдите. Ну или хотя бы попытайтесь. Вам будет больно, но это же и круто. Опять же, любая платформа, кроме мобилок, подойдет. А я, пожалуй, вернусь к основной программе. Спасибо за внимание. Все мы любим животных. И игры про животных. Иначе проекты вроде Stray и не выстреливали бы так сильно, не правда ли? И при том, насколько эта Stray действительно классная и заслуживает того, чтобы ее пройти, я сам ни разу потраченного на нее времени не пожалел. Мне стало несколько обидно за другой проект, который прошел почти незамеченным в свете хайпа по игре про киберпанкового котика. Endling — это игра про лису и ее детенышей, которые пытаются выжить в сложных условиях. В самом начале мама лиса спасается от лесного пожара и находит себе новое убежище, где у нее появляются на свет 4 маленьких лисенка.
ребенка. И отныне ваша задача заботиться о малышне и находить ей пропитание. Эта игра самый что ни на есть выживач, по которым я обычно не особо фанатею, однако в этот раз я просто не мог оторваться. Технический процесс здесь весьма простой. Каждую ночь мы вместе со всем своим детским садом вылезаем из норы и ищем себе пропитание, постепенно все больше исследуя окрестности, и к утру нам нужно успеть вернуться обратно в жилище, а на следующую ночь цикл повторяется. Сложность, однако, в том, что нам не повезло оказаться рядом с человеческими постройками, и естественных ресурсов типа ягод, фруктов и мелких животных, на которых можно охотиться, в округе не так уж и много, и там, где мы могли что-то найти в один день, на следующий уже ничего не будет. Так что каждый раз вы будете вынуждены отправляться в неизведанные районы в поисках еды. Помогать в этом нашей лисе будет ее же нос, который может учуять что-то вкусненькое издалека, однако зафиксированная сбоку камера не даст вам увидеть, что это может быть конкретно и есть ли на пути какие-то опасности, потому что их здесь приличное количество. Это могут быть просто оставленные на дорожках ловушки, которые нужно перепрыгивать, иначе они сработают и сильно повредят лисе и ее лапу, что замедлит нас на значительный промежуток времени. Это могут быть совы, мимо которых нужно тихонько проползать, иначе они нас услышат и нападут. Или же это могут быть люди, от которых никогда не знаешь, чего ждать. Один из них, например, в первые дни выманивает одного из наших малышей из норы и забирает его с собой, и в итоге на протяжении значительной части игры нам приходится его искать, с чем нам тоже поможет нос. Главное не переусердствовать и про остальных не забыть, потому что балансировать тайм-менеджмент и уровень голода приходится не менее активно. Поэтому получается, что казалось бы не столь уж серьезное наказание в виде замедления, которое вы получаете за неудачные попытки справиться с угрозами, оказывается на самом деле вполне себе весомым. Вам нужно не только успеть вернуться домой к утру, но при этом еще и убедиться, чтобы все были хорошо накормлены, потому что уровень голода переносится на следующий день, так что все нужно делать быстро. И если вы закончите ночь голодными, то с этого же начнется и следующее, и найти еду нужно будет в срочном порядке, ибо если голодать слишком долго, то лисята просто погибнут. Не все сразу, но продолжать путь вам придется уже втроем. Или вдвоем. Или в одиночку. И это будет сказываться на ваших возможностях, потому что со временем малыши учатся новым вещам и начинают помогать всей стайке. Например, один умеет пролезать в узкие проемы, второй может карабкаться на некоторые деревья, а третий выкапывает вещи из-под земли. А чем больше у вас возможностей, тем больше шансов выжить. И чем больше шансов выжить, тем вам проще помогать другим. Есть здесь, например, барсук, у которого есть свой детеныш, который куда-то потерялся, и вы можете попытаться снова воссоединить их. И если у вас получится, то вам не только будет приятно, но и ответная помощь от барсука. Барсуков тоже себя ждать не заставит. И чем дальше, тем больше она вам будет требоваться, потому что действие игры проходит через несколько сезонов, пусть и активно мы выживаем только в течение 30 ночей суммарно, и с каждым из них находить ресурсы становится все сложнее, а опасностей появляется все больше. Это одна из главных вещей, что спасает игру от того, чтобы скатиться в монотонное уныние, ведь чисто механически вы все эти 4-5 часов занимаетесь одним и тем же, потому что это усложнение заставляет вас с каждым разом все активнее думать, как выйти из ситуации, куда сегодня лучше сходить и вообще больше думать наперед. Еще одной такой вещью является сюжет, который тонкой нитью проходит через всю игру. Он очень простой, и в формате без спойлеров про него много сказать и не получится, однако то, какие темы он поднимает, и то, насколько хорошо они раскрываются благодаря геймплею, в итоге прорывают такую дамбу эмоций, что вы и сами от себя такой реакции ждать не будете. Я уж точно не думал, что в итоге буду 15 минут реветь на взрыв, и тем не менее, так оно и было. И я не только с гордостью это признаю, но и авторитетно заявляю, что я не могу вспомнить никакое другое художественное произведение за последние как минимум лет 5, что подействовало бы на меня так сильно. Так что к прохождению этой игры лучше морально подготовиться, но оно того серьезно стоит. Если у вас есть любое устройство с экраном, включая то, что весь день болтается или у вас в кармане, или в руке, эндинг там есть. Перевод на русский язык тоже присутствует, хоть и тексты здесь лишь необходимые для интерфейса минимум. Процесс переезда – это всегда стресс. Сначала надо долго возиться и упаковывать все свои вещи, потом 38 раз убедиться, что ничего не забыл, потом трястись за то, чтобы все доехало в целости и сохранности, потом где-то месяца 4 постепенно все разгружать по местам, по пути подстраивая свое новое жилище под багаж, с которым вы в него заселились. Не для всех людей это приятное занятие. Однако игра с красноречивым названием Unpacking делает все, чтобы стать прямо противоположным вышеописанному опытом. Весь игровой процесс заключается лишь в том, что нужно распределить все свои пожитки из коробок по своим законным местам в новом доме. Однако все, что этот процесс окружает, играет чуть ли не большую роль, чем он сам в создании состояния полного покоя и медитации. Каждый предмет вы достаете из коробки по одному, и каждому нужно найти свое место. И пока вы его ищете, вы можете перемещаться из комнаты в комнату,
комнату, открывать и закрывать все возможные ящики и шкафы, крутить вещицу во все стороны и в конце концов просто кинуть ее временно на пол, пока подходящее место не нашлось, а между тем разобраться с чем-нибудь еще. При этом каждое действие совершается с очень выразительной тактильностью. Несмотря на пиксельную графику, из-за которой не получится, например, рассмотреть каждую мелкую деталь на обложке DVD-диска или текст на какой-нибудь грамоте, материал, из которого сделан каждый предмет, отлично передается благодаря работе с цветом, светом, а главное — звуком. Для игры в течение 3 лет записывали больше 14 тысяч звуковых эффектов, чтобы взаимодействие всех объектов звучали как можно более естественно. Когда вы ставите один и тот же ботинок на ковер, на деревянный пол или на полку, это 3 разных звука. Когда вы вешаете на стену картину, это 1 звук, часы — другой, постер — третий. Такое ASMR просто-напросто приятно слушать, и каждый предмет хочется трогать и трогать, чтобы познакомиться с ним поближе. А на PlayStation 5 появляется дополнительный бонус в виде вибрации, текстура которой тоже все время разное, что усиливает ощущение еще раза в 2. Все ящички и шкафчики открываются и закрываются точно так же с разными звуками и очень детальными и приятными анимациями, и с ними тоже хочется все время взаимодействовать. Конечно же, все сопровождается весьма приятным лоу-фай саундтреком, под который самое то тихо и размеренно раскладывать всякие вещи по местам. Тем более, что сама игра временами заставляет подумать, куда сложить ту или иную приблуду, потому что куда попало, все скидать тоже не выйдет. Даже не думайте вешать диплом в туалет, это ничем хорошим не закончится. Ладно, на самом деле это просто не даст вам закончить уровень, пока вы не найдете более подходящее место, но тем не менее. И вот здесь мы переходим к, пожалуй, одной из самых важных частей игры — к сюжету. Да, у игры про распаковку барахла есть сюжет, и он является одной из самых сильных ее сторон. Он, конечно, не заставит вас рыдать, но его главным козырем является то, насколько много он успевает рассказать о главной героине исключительно через геймплей, не проронив при этом за все прохождение ни слова. На протяжении игры мы наблюдаем ее жизнь, начиная с самого детства, и каждый переезд о чем-то говорит сам по себе. Вещи, которые мы раскладываем в самом начале, расскажут об увлечениях и талантах. То, что осталось с человеком при переезде в ее первое собственное жилище, покажет, к чему интерес еще не угас, и какие вещи могут иметь чисто сентиментальное значение. С каждым переездом меняется и ситуация в доме, появляются новые комнаты, которые могут использоваться для разных целей, и какие-то из них могут открывать в героине интересы, которых у нее не было изначально. А иногда попытки расположить свои вещи целиком становятся еще той головоломкой, потому что то свои привычные кухонные приборы кое-как влезают в ящики, то свои рабочие инструменты положить некуда, а единственное подходящее место для своего главного предмета гордости оказывается там, где его сроду не увидишь, не говоря уже об изначально сделанном ремонте и существующем жильце, который уже одним видом не похоже ни на что, к чему привыкла наша девушка, и после всего этого сразу становится понятно, что ничем хорошим эта ситуация не закончится. Конечно, никакой супер драмы в игре нет, но зато она великолепно показывает развитие и рост персонажа, и делает она это настолько мастерски, что я считаю ее одной из первых стоит ставить в пример, когда речь заходит о повествовании через окружение и геймплей, и это один из тех случаев, когда история и игровой процесс настолько хорошо сочетаются и работают друг с другом, что в других формах ее представить практически невозможно. А как приятный бонус поверх всего уже описанного, здесь есть еще и весьма неплохой фоторежим, в котором можно залипнуть, фотографируя только что аккуратно обставленные комнаты. Если подобные вещи доставляют вам особое эстетическое удовольствие, то готовые фотки вполне годятся на обои для рабочего стола. Хотя в основном unpacking это все же примерно часа 4 спокойного, приятного и медитативного раскладывания предметов по полочкам в сочетании с необычным повествованием. Игра доступна на вообще любой платформе, что у вас есть под рукой, и поддерживает русский язык, хотя не то чтобы он здесь вообще требовался, ибо текста здесь совсем мало. А вот в Lost Words Beyond the Page, нашей следующей игре, текста уже достаточно. А все потому, что эта игра рассказывает историю девочки по имени Изи, которая хочет стать писательницей. И на пути к своей мечте она начинает работу над своим первым рассказом о юной хранительнице фэнтезийной страны Эстория. И главная фишка этой игры в том, что весь процесс разделен на 2 части. Одна происходит непосредственно в этой выдуманной стране и нарисована в 3D, а вторая на страницах дневника Изи, с которым она делится своими мыслями и где пишет свою историю. Обе части игры это двухмерные платформеры с упором на головоломки, однако выполнены они по-разному. В истории передвижение более простое, все же ходим мы по относительно настоящей и реалистичной земле, и большую часть времени нам нужно просто идти вперед, иногда переправляясь через ущелье, устанавливая перед собой платформы или вскарабкиваясь куда-нибудь наверх. При этом на пути мы все время будем встречать перед собой препятствия, и дабы их преодолевать, со временем наша героиня будет учить волшебные слова, которые как раз и будут помогать нам решать головоломки. Одно позволяет поднимать предметы, другое может что-нибудь
сломать, третье починить и так далее. Особых сложностей это практически никогда не вызывает. Решение очевидно почти всегда, и все, что вам нужно сделать, это выбрать слово из книги и навести его на предмет, с которым вы хотите взаимодействовать. Челленджа в этом нет, однако эти головоломки достаточно маленькие, чтобы не быть назойливыми, и расположены достаточно часто, чтобы серии вот таких быстро решаемых загадок ощущались приятно. А вот то, что происходит на страницах дневника, выглядит уже намного интереснее. Это чуть более сложный платформинг, где вам нужно прыгать по словам, которые пишет Иззи, иногда придумывать себе из этих слов путь, использовать слова, чтобы совершать действия, и вообще все это обставлено куда более творчески. Все потому, что дневник — это прямое выражение того, о чем Иззи думает прямо сейчас, это окно в ее разум, и каждое ваше действие развивает череду мыслей дальше, наполняя страницы смыслом. Обе эти части игры связаны сильнее, чем может показаться. Не успевает Иззи начать писать свой роман, как вдруг приходит новость о том, что у ее любимой бабушки случился инфаркт, и та легла с ним в больницу. И с этого момента записи в дневнике перестают отражать счастливую детскую повседневность и начинают изо всех сил передавать попытки справиться с происходящим. Через меланхоличные воспоминания, через торги с самой собой о том, будет ли все в порядке и насколько справедливо то, что случилось. Каждая такая мысль очень мощно визуализируется через геймплей, великолепнейшую акварельную графику и отличную озвучку. И хоть да, Рианна Пратчетт, написавшая сценарий, явно пытается выдавить из игрока слезу, это, черт возьми, работает. Меня это зацепило, пожалуй, сильнее всего, потому что я сам проходил через почти ровно такую же ситуацию примерно в том же возрасте, и то, насколько точно игре удается запечатлеть эти чувства, по-честному слегка поражает. Конечно же, происходящее в реальности не может не сказываться на рассказе Иззи, и он становится ее способом справляться с болью. И состояние волшебной страны, и действия героини произведения начинают отражать то, что происходит в жизни вокруг Иззи и с ней самой, а взамен они могут помочь ей осознать некоторые важные вещи. Да, сама по себе история оригинальностью не блещет, но вот то, как она исполнена, очень даже. Как мысли формируются в слова, а слова превращаются в образы, действия, препятствия. Они могут помогать, они могут мешать, они могут придавать сил, они могут оставлять в растерянности. И все это игра передает через свой простой, но хорошо выполненный геймплей. А качественный и красиво написанный сценарий всегда ненавязчиво играет на ваших чувствах. То вкинув воспоминания о ночи на озере вот здесь, то отобрав у вас все волшебные слова, кроме одного вон там, то сдружив с забавным помощником. Это несложное, но интересное, эмоциональное и красивое путешествие, которому мало что можно сказать в упрек. Да, местами игра ощущается весьма бюджетной из-за несколько корявых анимаций. Местные коллектаблсы в виде светлячков очень мало на что влияют, так что активно за ними охотиться особого смысла нет. Изредка игра все же слегка перебарщивает с использованием новых механик в головоломках и начинает скорее тянуть время, чем двигаться дальше. А еще здесь глобально несколько кривое сведение звука, из-за чего музыка может перекрикивать голоса, даже если ее громкость выставлена заметно ниже, чем у диалогов. Впрочем, все эти претензии — это скорее придирки, которые даже все вместе опыт не особо омрачают. Игра все равно подарит вам 4 приятных часа, на протяжении которых вы успеете испытать много разных эмоций, полюбоваться красивейшей графикой и дизайном и насладиться очень хорошей музыкой. Единственным весомым барьером может стать отсутствие перевода на русский язык. Английский здесь в целом не очень сложный, а вся устная речь всегда дублируется текстом, но все же это стоит иметь в виду. Те же, кого отсутствие локализации не остановит, могут поиграть в Last Words на любом устройстве с экраном в своем владении. Поддерживаются все актуальные компьютеры, консоли и смартфоны с планшетами. Надеюсь, что-нибудь из этой подборки вам приглянулось. Я в этом году прошел меньше игр, чем хотел бы, и список того, что пройти еще нужно бы, стал только больше. Впрочем, как он это обычно и делает, но на сей раз темпы роста были особенно заметные. Тем не менее, я, как и обычно, призываю вас делиться со мной и друг с другом в комментариях своими инди-бриллиантами, потому что крутых игр в этом сегменте бесчисленное количество, и многие, особенно малоизвестные, заслуживают признания. Вас всех с наступающим, и пусть 2024 станет для вас более позитивным годом, который принесет вам вдохновение делать крутые вещи, хотя вот эту вот вторую часть я уже больше самому себе говорю, ибо писательский блок та еще гадина, а нам всем вместе не меньше запоминающихся событий и, так сказать, экспириенсов в этих наших интерактивных медиумах. А IRL пусть уже все немного успокоится, а то за 4 года уже подустали слегонца так. Огромное спасибо вам, что продолжаете меня смотреть, невзирая ни на что. Я знаю, что в этом году появлялся реже, чем хотелось бы, и да, я сам этому не очень рад. Но такое случается, когда в голове появляется много идей, за какую из них первой браться непонятно, а время идет, и весь канал я тащу в одно лицо. Я не жалуюсь, но просто чтобы вы понимали, куда я стал пропадать, ситуация примерно такая. Все хорошо, просто я немного туплю. Надо лучше организоваться, чем я на праздниках и займусь. Глядишь, что-нибудь путное в итоге выйдет, а там и новые видео снова более регулярно пойдут.
я надеюсь. И мне действительно стоит перестать забывать про другие способы коммуникации со своей аудиторией. Хорош уже быть настолько интровертом. В любом случае, еще раз всем и каждому спасибо, что вы все еще здесь. И пусть Новый год для всех нас будет лучше, чем этот. Я не знаю уже, как это красиво закончить. Короче, до встречи в 24-м.